Ну вот воздушный шарик, это значит иконка временная. Запускаем приложение. Она сразу в поиске Bluetooth нашла лебедку. Подсоединяемся. Вот что мы видим на экране. Сейчас мы на ручном тормозе, поэтому кнопка, значит, вот эта сверху стоп неактивна. Вымотано 468 метров веревки, километр 32 метра осталось. Натяжение 0, мощность 0, скорость 0. По батарейке у нас видно, значит, 3,93 на ячейку, общее напряжение. И вот мы уже затягивались, мы съели 213 ватт-часов. И пока машины отъезжали, зарядили 11 ватт-часов в батарейку, внизу видно. Вот эти кнопки в ручном режиме, это, значит, ручные подмотки. Вот, но сейчас подаем подмотку режим. Вот, видно, да, что у нас потянуло. И видим 2 килограмма. Готов? Все, мы готовы. Подаю подтяжку. Так, вот подтяжка 18 килограмм. Можешь стартовать. Вот он уже засек движение. Ну вот выходит крыло, ну видео сейчас снимаем телефон, нормально крыло вышло, он уже стартанул, вот уже нормальная тяга, значит, подалась, вот сними, а, видно крыло, видно на экране, все нормально, так, сам экран телефона плохо видно, как-то ниже чуть-чуть, все, ну вот 60 килограмм тяги, ну вот штиляга 5,6 киловатт практически он сейчас. Потому что быстро достаточно мотает, скорость большая. Это редкость, когда такая штиляга. Вот, сейчас он подлетает угол где-то 45. Ждем угол где-то до 50 и включаем сейчас режим подмотки опять. И вот он на ступеньку. Сними, как он разворачивается. Вот он развернулся на ступеньку. И катушка в этот момент, она всегда была под натяжением 2 килограмма. То есть там никаких намеков на какое-то запутывание не было. Все, крыло, значит, отлетает. Вот я вижу скорость 11-12 метров в секунду практически. Сейчас идет размотка. Идет зарядка батарейки 200 ватт, 250 ватт практически. Сейчас мы с него снимаем в батарейку. Ну и вот он уже за старт улетел. А старт, кстати говоря, я не сказал, что-то. А, я сказал, 450 метров был. Разворачиваюсь. Вот я наблюдаю, как он заканчивает разворот. И опять дал ему стартовую тягу. Он автоматом начинает потихоньку. Вот он еще, пока его тянет, 10 секунд стартовой тяги. И сейчас он переключит, вот нормальная тяга, он переключил, 60 килограмм подал. Плавно подает, то есть его не дергало, ничего, я прям на крыло смотрю. Крыло стоит. Ну и вот он уже высоту значительно набирает выше. Видно, конечно, плохо вас. Так, вот убрал телефон с этой самой лебедки. Ну вот вторая ступенька. Он заметно выше, но это надо учесть, что с расстояния 450 метров мы стартовали. То есть это такой старт в каких-то ограниченных условиях, там среди каких-нибудь маленьких горочек, чтобы затянуться и точно улететь. Сейчас мы попробуем его, много ступенек попробуем сделать, чтобы его затянуть посильнее. Вот когда он сейчас уже под углом 50 градусов, 3 киловатта всего. Давай, Коль, сейчас побольше, может, еще одну ступенечку сделаем, чтобы это повыше тебя затянули. Ну вот, я на лебедке вообще не заморачиваюсь, только кнопки как бы старт и подмотка нажимаю в момент перехода ступенька, не ступенька. Вот сейчас 13-14 аж метров в секунду идет размотка. То есть ветер все-таки наверху у нас
западный, он на восток летит. Вот уже значительно, он на хорошей высоте, он значительно сможет размотать. Уже он на 800 метров веревки. Вот сверху видно, веревка разматывается, сколько он вымотал. Скорость уже 15. Километр уже он вымотал практически. Остается 500 метров веревки. Вот на барабане видно, уже красная начинает трос появляться. Разворачиваюсь. Вот сейчас наблюдаю за разворотом. И как только разворот закончен, даю. Дал, значит, стартовую тягу. Все, лебедка автоматом. Она его сильно не дергала. Сейчас она ему, значит, 40 килограмм. На 150 пошла тяга, на 150 метрах. А вот там уже, похоже, ветерочек. То есть он сейчас весьма медленно летит, но тянут очень хорошо. Сейчас вот проблема, вот такая вот осцилляция, честно говоря. Коль, чуть-чуть это попробуй, чуть-чуть поверни влево, чтобы осцилляцию эту уменьшить. Сильно не надо, не-не, правее, правее. Убрали осцилляцию, ну вот. Хрен его знает, с чем она связана, эта осцилляция. Попробую сейчас включу. Сейчас я тягу сброшу и опять дам. Может быть, она связана была с... Вот сейчас вот нет осцилляции. Может быть, она была связана с диаметром барабана, не знаю. Но победить это можно. Опять она начинает. Может быть, как-то температурный, мотор уже 95 градусов. А, это, скорее всего, уже пошла защита по температуре мотора. Уже сам контроллер начнет сбрасывать тягу скоро. Вот он сбросил, да, вот 50 килограмм, это он уже сбрасывает по температуре. Да, скорее всего, с этим связана была осцилляция. Вот он 40 килограмм его тянет. Но он зато не спалит мотор. 101 градус мотор. Ну, у меня выставлена 100 градусов защита по мотору. Ну и высота, не знаю сколько, но высоко он. Сколько, Коль, высоты? 470. Ну вот надо что-то с охлаждением дырочки будет делать в этом моторе. Ну и нагрев упадет при уменьшении диаметра барабана. Отцепился. 85. Похоже, целиком контроллер выключил мотор из-за температуры. А, ну и вот сейчас сними этот. Видно, как у нас уменьшается веревка. Вот 450 метров уже осталось. Сейчас будет кино, как сработает автостоп на лебедке. Скорость вот 15 метров в секунду, 300 ватт всего-навсего тратит мотор на эту смотку. Вот веревка что-то там маленечко цеплялась, за какие-то кустики видно. Все, вот он, осталось у него, когда 50 метров, он ее замедлил. Сейчас остаток 30 метров. Он потихоньку мотает, чтобы упереться. Можно рукой сейчас остановить. Вот она зацепилась, этот камень. Все, она больше не мотает. Вот так вот. Сейчас отцепим и смотаем. Все? Выключать? Да.